Мы находимся в зале Питера Рубенса. Это молодой юный Иоанн Креститель и поклонение его Иисусу Христу и Мадонне. Здесь тоже поклонение волхвов. Рождество Христово. Вот много библейских сюжетов, которые он писал по заказу церкви богатых бюргеров, богатых заказчиков своих. Вот, например, вот в этом портрете, который он написал по заказу, он написал вот явно святую с чертами своей любимой жены Елены Форман. Это святая из 7 века. Пейзаж. Это поклонение Афродите. Такая вакханалия, торжество Афродиты, языческая тема. Это автопортрет. Это замерзшая и Венера. Вот такой редкий сюжет с ангелочком. Поезде замерзший. Вот история создания этого произведения такова. Он взял за основу античную статую. Такой замерзший. Ну, может быть, это нимфа. Черты Елены Форман кругом. Вот и она, Елена Форман в шубке, знаменитая картина Питера Рубенса. Это три грации. Спящие три грации. Автопортрет. Портреты военачальников. Вот зал красивый.